Доброго утра, удачного дня, что-то я как-то сегодня не могу сфокусироваться, не было программы, когда мы красимся и рассказываем, куда мы сегодня план на день собрались, не получилось, телефонный звонок с утра, все нам испортил всю мазуту, но того стоило. Что на завтрак у нас? Скажите мне, это не пельмени я редко ем, вареники, кусочек рыбы красной. Что за рыба красная? Семга. Верхушек. Там был вопрос. Девушка писала про сало. Про сало, то, что сало необходимо кушать. Там женщине до 50 грамм в день. Конечно, это нет, это все неправда. Это все не тот собачий кошачий волос, откуда появился. То он сало. Сало – животный жир, калорийность которого 100 грамм там что-то до 900 доходит. Животный жир априори не очень полезный, но, конечно, необходим для организма тоже. По рейтингу макронутриентов сало там занимает какое-то дно место по сравнению, допустим, с той же самой вот семгой или горбушей. Вот у них жир клевый, полезный, насыщенный всякими кислотами, минералами, чем только возможно. А сало это так, мужики пускай на рыбалке с хлебом закусывают. Ну иногда можно, конечно, почему нет. Но сражаться за этот продукт не стоит. Блин, где моя это? Полотенце. На самом деле, вот. Это как с этой. Ой, блин. Это как с щучьей икрой. Когда там все в голос говорили, что она полезная, нужная. По факту я открыла, посмотрела, что это такое. Могу поставить ее на уровне с салом вместе. А сало у меня стоит между пеной для бритья и мылом, сами знаете. Поэтому как-то так. Хейтеры там все пообижались, поразбегались, разнылись. Какого слаб внутренний мир оказался. Не выдержала, да? Как меня поливать грязью, так нормально было. Как семью мою поливать грязью, нормально было. Как с вами поговорили на вашем же языке, обиделись. Ну, полно о них. И так много времени вчера уделили, аж целый видеоролик. Сегодня 18.00. Родительское собрание. И помните, да, я говорила? Или не помните, кто здесь был? Что на родительском собрании у нас напряженная обстановка. Ругань, скандалы какие-то, выяснения отношений между родителями и преподавателем. Я что-то последнее родительское собрание, на котором была, говорю, сын, когда будем решать, на почем скидываться на выпускной, тогда меня позовешь, так будет там делать больше нечего, там ничего не выношу. Поскольку скинуться там на что-то в беседке, вон прочитать можно сюда. Девочки там ответственные, которые отписывают, что и как. А так что еще? Пацан уже взрослый. Сам разберется, на какие вот мероприятия ходили. Уроки проверять, это давно уже. Ой, тема такая с этим уроком. Я где-то, наверное, в классе в 3-4 подумала, что я не осилю эту алгебру, математику и что они там делали. Думаю, нет, всего хорошего. Итак, проверяю только, как они скажут имя, устные. Как мы с ним ревизора проверяли, это вообще. Ой, у ребенка склад ума, какой же, какой у меня. Как бы
обманул в этом плане, чтобы больше ничего не делать. Да? Я могу с какой целью, допустим, не сделать то, не сделать это. И он понимает, не почему он не сделал, я не сделал, потому что у меня не было там тетрадки, там листочки, еще что-то. А с какой целью? Почему? Для чего у тебя не было тетрадки? Вообще, он понимает, что это тоже не глупенько. Поэтому, когда он не прочитал этого ревизора, у меня тоже возник вопрос, с какой целью ты его не прочитал? С какой целью? На компе подольше посидеть. Нет, он не такой, что компьютер, там весь мир на компьютере замкнулся. Нет, конечно. Он нормальный парень. Причем он на компьютере играет так, я офигеваю. Нет, такую реакцию. Я могу, блин, сынок, давай в киберспорт, может, какой-нибудь. Но он реально, реакция такая, что даже страшно. Офигеть, он молодец. В игрушке он гамается, как пыль. Нет, конечно, нет, не до конца он там на этом компьютере косточка просидел, а здесь у него свои увлечения. Турник с друзьями. Шестнадцатый год, спросите про девушку. Сложно все. Но какая-то симпатия определенно имеется. Более ничего рассказывать не могу, потому что это за спиной получается. Только так вкратце. Про этих ревизоров. Ну, прочитал какой-то там, по-моему, ну что это, изложение, аннотацию, еще какую-то. Вот что такое краткий пересказ. Рассказывать, не рассказывать. Да, говорю, ревизор-то в итоге это кто? Как кто ревизор? Профессия такая там, да? Я ладно, бывает. Иди, говорю, почитай. Еще раз, потом придешь, расскажешь. Есть вот такие вот моменты, когда хочет меня как-то... Один раз он вообще гениально, просто гениально. Мой мальчик, мой ребенок. Надо было там что-то тетрадки переписывать, конспекты, которые они замечательно прогуляли, какой-то урок, типа ОБЖ или что-то такое. Короче, нет записи в тетрадке. Ну, и преподаватель, скорее всего, сам понимает, что его предмет не такой-то уж важный, что все равно все, блин, раздолбает, будет ходить. И говорит, типа, надо сдать. Надо сдать. Тетрадку с конспектом. Даже переписывать не стал. Просто пошел, отксерокопировал, сложил это все и сдал. Гениально иногда в каких-то моментах. Мне это нравится. Когда склад ума так составлен, то, что не сидит, знаете ли, не сидит, не переживает, меня накажут, я там не сделал это, сидит там, делает что-то. Как я сидит, думает, лучший вариант, как бы сделать так, чтобы поменьше времени эту херню затратить. Еще, чтобы всех устроил результат. Захотелось ложечку сахара. Хотел с сахаром быть. Дурацкий. Так и знал, что когда приключения будут насыпать. Вот, и поэтому мне вот очень нравится, как это вот от меня.
вот этого тема. Как обойти систему. Это хорошо, на самом деле, мне нравится. Причем у него долго этого не было. Долго не было, не знаю, классная возможность. Да что, седьмого. Что-то делал всегда. Ну, потом его переклинило. И все. Все больше и больше на место становится похоже. Такие дружеские у нас с ним отношения. Мама дружбан, с которым можно закорешиться, потусить, что-то рассказать, поделиться. Его отношения. Бывает, что уроки, вот, допустим, не делать. Сейчас сидит, делает уроки. Кажется, вы паре. Потому что вчера протусил за компом весь день. Раз сказала, два сказала, нифига. Потом сказала, что ко второму уроку сделаю, типа, с утра. Ну ладно, как я делала. Был бы еще урок, там биологию сидит, ковыряет. То есть ничего криминального, ничего опасного, легко. С Левчиком. Бывает, что вот приходится включить маму, как я его просто пугаю, это когда там не ругалась, ничего такого. Редко было, может, пару раз в жизни, когда я прям кричала на него, ругалась и так. Было, что вот не так давно. Уроки. Он говорит, блин, давай, говорю, маму я не буду включать сейчас. Наказывает, тут еще какие-то варианты пути решения проблемы. Ладно, говорит, понял, что сделаю. То есть вот так. Все, друзья мои, пора лететь на работу. Всем удачного дня, хорошего настроения. Что будем делать в течение дня? Еще поснимаем. Ну, наверное, что там, солярий у нас. После прививки, кстати, чувствую себя великолепно, ничего не беспокоит, все у меня потрясающе. Пока-пока. Приятного аппетита.